Народ, всем привет! В преддверии Нового года столкнулся с проблемой выбора подарка супруге. И решил, вспомнив одну историю, решил пойти по пути наименьшего сопротивления. А выбирать подарок я буду у своих знакомых в магазине «Рай рыбака». Он находится в районе центрального автовокзала по диагонали через дорогу. Сейчас мы к ним пройдемся и посмотрим, есть ли у них то, что мне нужно. Так. Здравствуйте. 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 Дмитрий. Ух ты. Опять? Здравствуйте. Привет. Хочу супруге сделать подарок на Новый год. Нестандартный. Сейчас расскажу, в чем дело. Она у меня, в принципе, не любит рыбалку, в принципе, ну категорично. На ее день рождения получилось так, что решил ее заманить, короче, понял? Сказал, что отмечаний никаких не будет, а поедем на рыбацкую турбазу, там еще с одной семьей, как бы, понял? Ну там пару дней проведем, ну естественно, рыбалка же. Ну понятно. Ну не думал, что она согласится порыбачить, поехать в лодке, понял, поплыть. Спиннинги не для нее, то есть тяжелые. Понял, у меня береговик там, ну то, что я своим рыбачил, профессионалом. А ей взял, ну, китаец, короче, береговик, то она там намучилась с ним. Ну, поймала там двух окуней, понял. Ну, кайф, стало... даже не было. Никак. Да. И шо, ловец? Не ловится? А чё? Рыбак не хреново. А ну, шо ты сказал? Я вообще не рыбак. Понимаешь, как это? Оно должно быть удобно. Ну, я принял эту претензию. Она, кстати, очень обоснована. В следующий раз я исправлюсь. Да, ну это большой спиннинг, это береговой спиннинг. У меня другого просто нет. Я тебе куплю твой именно спиннинг. Маленький, легенький и все такое. То есть согласилась, что будет тоже ездить со мной на рыбалке, но знаешь, как в вечерах на хуторе близ Диканьки, сказал, знаешь, привезешь мне красные черевички. А красные черевички были в ее исполнении, это оранжевый спиннинг. Опа. Если мы найдем оранжевый спиннинг, со следующего сезона она ездит со мной на рыбалке. Два окуня. Красавчик. Еле выцыганил их. Мы спиннинг тебе покупаем? Да. Да? Красивенький, маленький, беленький. Оранжевый. Ну, оранжевенький, так оранжевенький. И очечки. И очечки даже, а? Ничего себе. Я же говорил, жена у меня теперь заядлый рыбак. И штаны за 19 тысяч, пожалуйста. Непродуваемые, непромокаемые. А после такого знака наследует вот такой. Вот. А я красить, слышал, красить нельзя, да, не, красить нельзя, я слышал, что селекта, по-моему, да, есть, короче, ну, да. У вас они есть? Есть, есть. Я выполнил, по-моему, это, короче, обещание, и теперь она вынуждена будет, как бы не съезжая с темы, ездить в следующем году со мной на рыбалку. А что есть, покажи, пожалуйста. Новый, ну, это... не то чтобы бренд какой-то, это от фаворита все, это просто у них в этом году именно они сделали еще удар по спиннингам, то есть у них там и силикон, и... Но он более бюджетный, я так понимаю, фаворит он более там, ну, как... есть и бюджетненькие варианты, да. Есть более как бы продвинутые. Ну, в то же время он хоть и бюджетным считается, но довольно таки хорошие, интересные палочки. Быстренькие, с хорошей, красивой так, ну, фурнитурой. Вот. Смотри, мне нужен, короче, такой, чтобы она могла, допустим, и что-то более легкое кидать, там вертушечки какие-то, и чуть-чуть там утяжеленный джиг. То есть не обязательно сильно тяжелая, не обязательно ультралайт. Ну, понял, середина, да. Какая-то есть. Ну да, потому что ультралайт может быть сложно с этими маленькими весами, тонкими шнурами.
сильно большой хэвик тоже, наоборот, тяжелые веса бросать. Например, вот смотри, 702 это 2.13, 4.18 ты стал. 2.13 это рост его, да, я так понимаю? Да, это длина. Такая, не короткий, не длинный, чтобы удобно было. Ну лодка, так, ручка, вставочки оранжевые, да, мы уже как бы приблизили. Не весь, конечно, но в то же самое время. Ну он интересный, он быстренький. То бишь, как ты говоришь, если в случае чего, можно себя оставить. Или тебе подарить, да. Я понял. Так, давай, спиннингом мы решили, а давай подберем катушку к нему какую-то тоже. А есть какие-то такие с оранжевыми тоже, может, вкраплениями какими-то? Чтоб уже... И шнурок нам нужен будет тоже где-то в таком же диапазоне цветовом. Золотом. По-богатому. По-богатому. Ну давай, да, о, давай может темную какую-то такую серую, чтобы она туда, ну, да. Спиннинг в основном черный, ну, да. Вкрапление, чтобы оно так стильненько было. Согласен. Ну, не знаю, мне кажется, вот такая вот. Катушек у вас... Бюджет. Нормально. Но в то же время это Shimano, а Shimano даже в бюджете делает очень правильные вещи. 2500 размер. Также не маленькая, не большая, стандартный такой классический это размер. Это Седона, да? Шнур ложит. Фрикциончик мне нравится, когда такой звонкий довольно-таки. Звонкий, хорошо настраиваем. И самое интересное, что даже без всяких там бесконечных винтов или еще всяких космических технологий улаживает шнурок так, что наждачкой прошлись. Понятно. Ну давай, тоже подойдет. По мне идеально. Тоже можно потом себе оставить. Когда подарю уже, оно, естественно, видео выйдет немножко позже, как бы, и после того, как пройдет там Новый год, и под елочку папа положит спиннинг маме, вот, я тут тоже это все прикреплю к самому видео. А я хочу, чтобы ты открыла свой подарок. Ух ты, Кири, мам! Ох ты! Это катушка для спиннинга. А зачем она тебе нужна, мама? Чтобы не ходить на рыбалку. А подожди-ка. Оранжевая? Я надеюсь, она оранжевая. Мама, я тебе напоминаю о том, что кое-кто говорил что? Я тебе, помнишь, за вакулу говорил? А за вечера на хуторе, за черевички. Ты мне какое условие поставила? Мам. Ты не помнишь? Подожди секунду. Не помнишь его? Мини-робот выпал. Ты со мной будешь ходить, если я тебе достану оранжевый спиннинг. Мама, можно открыть? А, это игра такая, да? Ну так вот тебе оранжевый спиннинг. Ну за базар надо включать. Смотри, я не попалась. Мне робот. Мне робот попался. Мама, классно. Мама, у тебя теперь свой... Оранжевый спиннинг. Мне робот попался. Смотри, какой, Кира? Как тебе твой подарок, мама? Ой-ой-ой, какой красивый. Я мысли прочитал просто. Дайте два. Вот тоже шнурок. Оранжевенький, круглый, довольно-таки выносливый, хороший шнурочек. И красивая коробочка для снастей еще там будет. Да это вообще такие, супер. Да. Это ей не надо, точнее мне не надо будет с ней делиться своими коробочками. Ну да. Слава богу. Хоть чем-то не надо будет делиться. Ну, короче, дело осталось за малым. Спиннинг я нашел, теперь мамин ход. Все, друзья, кому понравилось, палец вверх. Подписывайтесь на нас, дальше будет интересней.